Объявляем судейскую бригаду. Руководитель КАМАРА Григорий Владимир. Судейской категории города Москва. Арбитр на ковре. Дальше Юрий, судейской категории Приморский край, город Владивосток. Боковой арбитр Назаренко Александр, судейской категории Красноярский край, город Красноярск. Вот так.
пальцы. Тяни контакт. Победу одержал Магомед Кибергачиев, Республика Дагестан, и стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 74 килограммов. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Славик Мани, Хадыпаси.